за самые сомнительные достижения «Серебряная калоша» продолжаем вручать серебряные калоши. В студии появляется несомненная, несравненная Ольга Разумовская для того, чтобы вручить серебряную калошу в номинации «За самые сомнительные достижения в культуре». Оля, привет еще раз. Привет еще раз всем. Ну что уж, я должна, думаю, сначала представить кандидатов, номинантов. Итак, первый у нас идет Иосиф Пригожин. За искренние переживания о тяжелой судьбе артистов или «Как я отдыхал в Дубае». Я думаю, стоит немного напомнить нашим слушателям предысторию. То есть Пригожин, по-моему, прошлой весной говорил, что ситуация с коронавирусом лишила артистов возможности зарабатывать, и многие из них оказались буквально за чертой бедности. Но до этого Пригожин был с певицей Валерией, его женой, в Дубае, отдыхал там и постил фотографии шикарных отелей. Думаю, в то время Иосифа Пригожина надо было спросить, а сколько мрот в России? Насколько упал уровень жизни современного популярного артиста? Так, это первый номинант. Второй номинант. Константин Богомолов за похищение Европы, а вместе с ней и здравого смысла. Режиссер Константин Богомолов выпустил свой знаменитый манифест «Похищение Европы 2.0». Буквально вот в феврале. И в нем он изобличал современные нормы морали и сравнивал идеологию современного западного общества с нацизмом за покушение не только на свободу мысли, но и на свободу эмоций. В общем, загнивающий Запад в очередной раз загнил. Да. Третий номинант – Мария Захарова за танцевальную публичную деятельность. Это мой самый любимый момент. Дело было так. Несколько лет назад Захарова перед саммитом «Россия-АСЕАН» он проходил в Сочи, сказала журналистам, что на приеме в честь этого события будет русская народная музыка и русские народные танцы. И сказала, говорит, а я станцую калинку. Ну, тут журналисты ей не поверили, а на приеме Захарова вышла и, правда, вот на таких вот шпильках станцевала калинку. Ольга, пообещайте мне, если выиграет Мария Захарова, станцевать вот для нашего инстаграма, куда сейчас идет прямая трансляция. Заходите. Только вместе с вами, Мария. Хорошо, давайте, я буду вам ассистировать. Ну что, берите конверты. Я вскрываю. Все запечатано. Скрипит. Итак, серебряная калоша 2021. И вот она, вот такая красавица. Буду объявлять в процентах по мере возрастания. Константин Богомолов набрал 21%. Иосиф Пригожин 39,4%. И серебряную калошу за самые сомнительные достижения в культуре получает Мария Захарова. 39,43% голосов. Разница, друзья мои, всего 0,03%. Мария Захарова за танцевальную публичную деятельность. Вот это битва. Ну что же, Ольга, танцуем? А подождите, у меня еще кое-что есть, что добавить. Давайте, как культурный человек, давайте. Министерство танцевальных, а вернее иностранных дел представляет Мария Захарова и ее убедительная и заслуженная победа. Оргкомитет «Серебряной калоши» выражает глубокое сожаление, что деятельность госпожи Захаровой не ограничивается одними лишь танцами. Сейчас «Серебряная калоша» проходит в онлайн-формате, так что персональная калоша будет отправлена Марии Захаровой по электронной почте. Если вы хотите быть всегда в курсе сомнительных достижений, в том числе и танцовщицы Марии Захаровой, скажи, звучит как Асидора Дункан. Но я бы сказала, плесунья Мария Захарова. Рекомендую подписываться на инстаграм «Серебряной калоши» «Сильвер Калоша».
Ну что, а теперь танцы! Не, Ольга, у вас калоша, это несправедливо. В руках онлайн-калоша уходит Мария Захаровой. А мы, да, наши бурные аплодисменты. И тут еще, наверное, топать надо, мне кажется. Какая-то такая вещь. Ну, а что, у нас еще осталась одна номинация, и она досталась Андрею Гаврилову. Это будет плагиат года. Точно. Премия за самые сомнительные достижения «Серебряная калоша»